Так, проверка. Запись пошла. Сейчас, друзья, засню, так, чтобы грустно не было. Итак, только сейчас ко мне прислал сообщение наш друг, автор этих ножей. Это будет вторая серия. Замечательные, кстати, ножи. Вот. Значит, Олег Васильевич Сыроватка. Внимание, сейчас поверьте, что я, оказывается, обязан вторую серию сделать, иначе половина из вас без пальцев останется. Внимание! Валерий Константинович, я как раз в мастерской работаю, получил твое сообщение. Я, короче, у меня, блядь, чуть сердце не остановилось, когда я увидел, как ты моим ножом так дерзко орудуешь, бляха, эту веточку. Как ты его прижимаешь к пальцу, как эта веточка, блядь, я думаю, ты сейчас себе палец отчеконишь только в пух. Это просто капец, я аж напугался. Ну а так-то, конечно, фильм хороший, надо выставлять, чтобы YouTube был, чтобы люди смотрели. Так, друзья. Я сейчас буду снимать вторую серию и включу в нее громкий звук, как ты тут материшься. Ну это да, это есть такой. Все, ребята. Послушали, вот, это был автор этого замечательного ножа, и почему вторая серия? Он правильно говорит, дело в том, что это, господи, да, есть, я же бывший инженер, я специалист по промышленной безопасности, вот, у нас всегда так было, каждый параграф был пропитан кровью, так вот, даже здесь. Вы знаете, уже я получил в прошлом году два сообщения. Сильно порезали себе пальцы. А я думаю, господи, а ведь когда-то я сам тому свидетель. Вот смотрите, то, что он говорит, это практически безопасно. Внимание. А, кстати, надо проверить, идет ли. Идет ли. Запись идет. Это очень важно. Итак, специалист по промышленной безопасности. Видели? Вот. Длинный ровный срез. Для чего он нужен? Такой же второй срез приложили, вот, и получается что? Получается хорошая 100% приживаемость. Но, казалось бы, опасно, безопасно. Так вот, он правильно говорит, мне бывало так, я до того нож наточу, что как-то по первому времени сильно не то что резанул, а даже просто так прижал, и входила в плоть, представляете, прям в плоть входила. Поэтому я уже с этой стороны оценил нож нашего друга Олега Васильевича. В каком плане оценил? Вы же видите, ну давайте еще. Давайте еще. Давай, я специально делаю. Мне приходилось делать вот такие срезы. Почему? Это уже агротехника, это уже технология. Вот, это уже другой вопрос, вплоть до таких длинных. А мне говорят, какая должна быть длина? Вот, а знаете еще почему? Когда очень, ну ладно, один секрет раскрою, ну я ушел в сторону от техники безопасности. Когда я делаю вторую такую же, накладываю, чем длиннее срез, тем упругие. И вот когда начинаешь обматывать, тогда она лучше прилегает. А я испортил несколько чек, они заказали черенки предельной толщины. Я надеюсь, не все такие. Я специально выбрал, какой черенок. Это китайки. У них самая твердая древесина. Итак, для вас говорю, толщина, для средь, то есть вот, это толщина, здесь чуть тоньше карандаша, вот почти до такой. Обычно срез вот такой вот должен быть. Внимание. Вот. То есть, я беру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это когда толстый. Когда тоньше, вот такой, сейчас покажу. Тогда, допустим, где-то примерно вот такой. Ну, это хвостик. Вот она. Ну, даже на глаз видно. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кадров. Поняли. Но, возвращаясь к технике безопасности. Я сам видел, как плевала женщина. Я сказал, что я ее сейчас сам лучше пальцы отрежу.
она прервала вот так, смотрите. И вот смотрите, что получается. Это нож, так? А когда вот так вот, ни черта не получается. Поняли, да? А они-то откуда знают? Она начинает скоблить. Да потому что у нее все наоборот получается. Вот эта вот сторона ровная, а вот эта сторона, которую мы еще раз, которую мы затачиваем. Ровную сторону мы только чуть-чуть приглаживаем. Это называется убрать заусенцы. Дальше. Что еще? Что-то я забыл сказать. Вторая часть учебы, она уже есть. И более лучше сделана, чем я сейчас это делаю за этим столом. Смотрите. Слет в Челябинске. День 2, номер 18. Слет в Челябинске, номер 17. Вы знаете, что это такое? Это вершина моего творчества. Я как ее шашка, я принес с улицы там, двухметровые ветки, как я показывал, где, я сейчас не буду вам говорить, где, как, какая почка, что такое закон сопоселения почек. Это хотите стать привальщиком? А? Смотреть в глаза. Тишина. Вот. Как я говорил, 5%, сейчас уже не 5%. Уже, наверное, каждый сотый только захочет. Итак, важнейшие диски. 300 плюс 300. Ну, пересылка 300. Вот. Дальше. Вот эти два диска очень важные. Почему? Это семинар в Москве, 13-й, 3-й день. Я оставил людей, сел за стол и сказал. А осталось человек 20, вы видели, кто видел. Это все на съемках есть. Это все заснято. И лучше, чем сейчас я вот показываю. Почему? Крупный план. Вот. Рядом стоит профессиональный этот, который это самое с этим, с видеокамерой. Вот. И то же самое примерно. Семинар в Красноярске. Но они друг друга не совсем дублируют. Поэтому я бы взял оба. Это, знаете, что такое стереоскопическое зрение? Вы одним пальцем вы видите хорошо, одним глазом, другим вы видите хорошо, но только два глаза дают перспективу. Вот это ваша перспектива. 300 и еще 300. 4 по 300, 1200, итого 1500. Это всего для того, чтобы избежать, как мне говорили, я сделала 50 прививок, все мертвы. Вот. Самое обидное другое. Я сделала или сделал 40 прививок, все груши, яблони прижились, один абрикос, ну, прижился, остальные 19, то есть полный крах с абрикосами. Почему, я сейчас не понимаю. Я все делаю одинаково. Яблоню также, абрикос, сливу, это называется улучшенная капулировка, или в расщеп. Почему так? Да вот почему. Какой-то нюанс, и все рухнуло. Теряются годы, теряется будущее урожая. Да какие урожаи? Вы видели мои урожаи? Не видели? Вот и хорошо. Спите спокойно. Вот у меня это последний вебинар. Я зачитывал письмо, настоящее письмо, не мной придуманное, как вот в крупных питомниках сами сочиняют. Спасибо, я выписала, у меня все получилось. Я не знаю, куда девать те же абрикосы, а на самом деле все выдумают сами. А здесь человек пишет, я потерял покой. Я теперь, все, у меня крыша снесла, все, я теперь это, садовод. Вот это я называю диагноз, есть такая болезнь, диагноз садовод. И в болезненных листах надо так и писать, садовод. Но болезненных листов не будет по той простой причине, что я научил тысячи людей, а миллионы этого не знают. Я избавил тех, кто мне верит, от каторжнейшей работы, то есть я уменьшил количество работы в саду до 95-98. Вы поверите в это? Этого делать не надо. Грибы это друзья, эти самые. Муравьи это лучшие друзья, это защитники садов, это наши защитники. Вот. Я понять не могу, какого хрена, чтобы выпустить получасовой ролик, а потом продать его на тот же канал «Усадьба», или, не дай Боже, еще есть этот самый канал «Бобер» и еще такие подобные, вот,
Вот, надо полчаса учить делать не просто ненужную работу. Вот она не нужна, а так Бог с ним, ты, ну, захотел, взял. Нет, перекопал почву, это самое, погибли замерзли черви. Перекопал почву, погибли эти самые бактерии, которые основа собой, это самое важное, их нельзя трогать, им нельзя подходить, даже к дереву лучше лишний раз не подходить, не топтать ничего. Вот, а здесь берем лопату, вот, берем вилы, протыкаем почву, убираем все, не дай бог. Что вы, ребята, с ума сошли, вы что, доставили это? Там же ночуют эти, давай перекопаем, уничтожим личинки, а за одним червей, за одним муравьев, за одним грибы, ценнейшие грибы, связь, это самое, почвы с этими, с деревьями, вы знаете, что такое? Грибы, микориза. Ой, я разговорился. Итак, мы с вами чем занимаемся? Смотрим, 3500 рублей. Вот, показал я вам, сейчас только. Вот, дальше. Точилка. У меня, ой, опять в той комнате лежит, вставать не буду. Значит, там у меня лежит паста Гоя. Вот смотрите, 300 рублей. Ну, куда удобнее вещь, ну, куда удобнее. Вот. И пару раз, чтобы поправить. Все, готово. Прививайте. Но пока зима, вы это самое. Ладно, я культурную взял сливу. Почему? Я выбрал ту, которая труднее всего делается срезом. Вы видели, как я мучился? Не мучился, ну, как будто я новичок. Понимаете? Потому что к этому еще привыкнуть надо, понимаете? Привыкнуть, потому что оно это самое сильно твердое. Абрикос уже помягче, груша помягче. Вы идете на улицу, находите несколько этих таких толщины веток, от таких до таких, и даже от таких до таких. И учитесь делать срезы. Всю зиму, полчаса посвятили сегодня. Навык теряется. Вы видели, когда я начинал, первый самый мне неудачный был движение. Вот этот момент. Ну а техника безопасности сами понимаете. Наловчившись, у вас будет вот так, смотрите. Раз, неправильно. Два, неправильно. Раз, сильно короткая, ну, понимаете, это я специально утрирую. Сильно короткая. Вот. А вот такие вот коротышки вам показывают, почему я говорю, ребята, вот это вам надо. Вам эти коротышки показывают вот таким образом. Где вторая половинка? Улетела куда-то. А, вот она, смотрите. И говорят, вот так, и еще даже круче. То есть два к одному. Да, прилипает, бывает. А бывает и нет, почему? И ломается лучше, потому что сильно площадь соприкосновения мала. А потом ветрами ломает. А я вам говорю, делайте вот такую. Куда ты уже делась? А, она же у меня в руке. А я вам говорю, делайте вот такую. Поняли? И тогда, вот он косой срез, вот вам на расстоянии 1/3, вот вам зарез, этот самый, как его, замком можно назвать, вот вам расщеп, и вторую такую же вставили, и все. А вот это вот, коротышки, ой, как они плохо, вот она, вот они, как они плохо держатся, когда два к одному, допустим. А что я вам рассказываю? Вот, вот, пожалуйста, вся агротехника. Фух. Так. Что забыл сказать? Левша. Единственный нож пока не купили. Вот. Женский. Два таких пока не купили. А мне нужно, чтобы эти купили, и чтобы у нас в этих самых было побольше волшебников. Вот эти мои последние слова. Ребята, нам надо, чтобы волшебников было больше. Нас бусила, вот это задолбило, затрахало вот это вот миллионы саженцев, привезенные с самого юга. Я вчера показывал на вебинаре. Одни честно, персик 20-22, предел морозостойкости. И не стесняются. И продают по всей России. Другие. А у нас в Нижнем Тагиле выпустили новый сорт. С минус 42 персик.
Вранье не может быть, генетика не позволяет. Только гибрид с чем-то, тем же может быть абрикосом, и то это чудо невозможное в наше время. Чтобы, тогда бы еще может быть как-то до 40. А в природе есть только один этот самый. Хасанский персик, и еще его разновидности, которые до 40 держат, но уже пропускают урожай. И еще если привиты, до того же манжурса. А это уже гибрид. Вот, это все, что мы имеем. Миллионы саженцев, вранье дичайшее. Так они еще пока доедут с этой же Италии. Валерий Константинович, купите у меня партию Светлана из Италии. Вот. Мне присылают такие эти самые предложения. И все это дохнет, дохнет, дохнет. Когда же вы научитесь сами это делать? Это же, я еще раз говорю, есть такое выражение. Я уже опять начал как возбудился. Вот. Столяр супротив плотника. Ну что это, я вот это вот что, ума много надо. Потом отказаться от этого и самое, якобы саморазрушающая пленка под названием черенок, не обязательно, может быть она без этого названия, но обязательно будет написано, покупайте, она саморазрушающаяся, она через 2-3 месяца отвалится сама, ничего делать не надо. А вы привяжете, забудете, примотаете, а на следующий год увидите мертвый саженец, под которым сопрела кора. Вот. А что, опять? А почему я должен вам это все рассказывать? Это еще бесплатно. 300, 300, 300, 300. Пересылка 300. Вот. Ну что, убедил? Нет. Нам с Олегом Сыроватко тоже жить на что-то надо. Вот. Причем мы занимаемся самым важным делом. Последняя фраза. Время, проведенное в саду, не засчитывается в срок жизни. Все, друзья, до свидания.